Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала. С вами по-прежнему Аракис. И сегодня я хотел бы, конечно же, пригласить вас на вечерний стрим. Стрим пройдет 21:00. И, кстати, что я хотел бы сказать сразу, пока не забыл. В своей группе, у себя на стене, и, да, думаю, этого будет достаточно. Я сделаю опрос, я его закреплю в группе в начале. Думаю, да, мне позволит все это сообщество. И у себя на стене я закреплю опрос, в котором будет... Наверное, самый простой вопрос. Когда бы вы хотели, чтобы я выпускал свои дальнейшие стримы и начинал онлайн, точнее, стримы? То есть, опроса вариантов будет 3. 19:00, 20:00, либо 21:00. Потому что начались реально многие просьбы. Там, Аракис, не мог бы ты сделать стрим на часик хотя бы раньше? Потому что у меня там 5 утра, либо 4 утра и тому подобные вопросы. Либо наоборот, кто-то пишет, Аракис, сделай позже стрим. Ну, такие пишут реально один, может... 500. Такое очень редко. То есть большинство пишут раньше. И хотел бы услышать ваше мнение. Реально, что бы вы хотели увидеть в этом стриме? И вообще, блин, что за задержка? И вообще, когда мне его начинать? Да, поэтому ваше мнение я хотел бы увидеть в комментариях, либо просто в этом голосовании. Желательно проголосовать, и с этих обоих голосовалок я сделаю для себя вывод. Пускай вы проголосуете и там, неважно, я просто возьму среднее число и сделаю для себя вывод, и в дальнейших стримах вы узнаете уже, во сколько будет время. Если 21:00 так и останется, то есть большинство за нее проголосует, то время никуда не поменяется и не сместится. Поэтому, да, народ, жду вас сегодня. Самое главное, не забывайте, что сегодня оглашу я вместе со своей женой результаты конкурса. К 8 марта, вы знаете, в розыгрыше участвует один аккаунт. Какой, вы можете зайти, посмотреть скрины, если он вам интересен. Не знаю, можете его продать, если вы выиграете, и так далее. И еще 5 человек, которые будут, помимо победителя, названные моей женой лучшими, они... будут выставлены в одном из видео, либо в стриме, скорее всего, в одно из видео я сделаю либо отдельное, либо в какое-то добавлю, да, то есть это будет даже для вас памятью, поэтому участвуйте, побеждайте, жду вас сегодня на стриме, с вами был Аракис, и до встречи, пока-пока!